26 марта 2023 года в социальных сетях опубликовано видео, в котором неизвестный избивает так называемых закладчиков, что вызвало широкий общественный резонанс. В рамках уголовного дела Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики проведены следственные оперативные мероприятия в отношении неизвестных лиц, которые представлялись сотрудниками милиции, увозили закладчиков в безлюдные места, избивали, заставляли просить прощения у интернет-магазина «Принцесса Дури» за украденный наркотовар. Происходящее снималось на камеру, в последующем видео отправляли кураторам. 3 апреля при поддержке бойцов СОБР задержаны трое молодых парней. В местах проживания подозреваемых проведены неотложные следственные действия, обыски, изъятия. Вещественные доказательства. Установлены личности других участников наркогруппировки, проводятся специальные мероприятия. Отметим, что уголовное дело возбуждено по статье 261 Уголовный кодекс Кыргызской Республики «Создание организованной группы или участие в ней», которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества. Участие в преступном сообществе наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.